Это общее дело. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Евгений, привет. Хочу тебя обрадовать. Все, баня здесь. Сейчас поставили в другом месте. Мы сейчас базируемся тут недалеко. Она работает. Ребята, короче, топят все, каждый день там моются. Почему это все скрытно? Потому что, ну, так надо. Ну, в общем, все нормально, Евгений. Баня здесь. Работает. Сейчас я попробую тебе показать, что изнутри сделали. Вот она, вот так вот сделали. Баня, чтобы зашел, разделся спокойно и вышел. Вот. Ну, это самодельно, пацаны, доделали уже. Ну, и, естественно, замаскировали все. Вторую баню подъезде с него. Вот вторая баня. Вот она стоит. Здесь она рабочая. Ребята, работают так же. Мы состоим в штурмовых бригадах. Вот. И каждый день она топится. Ну, вон, видишь, то, что она обслуживалась. Все видно. То есть ребята ее каждый день топят, все нормально. Замаскировались. Тут в одном месте засели. Также сделан предбанник, короче. Ну также, чтобы это раздеться было нормально все. Предбанник зашел, все. Разделся. Ну и, естественно, паришься уже. Все тут сделано, все нормально, все ништяк. Вот. Все работает. Все хорошо. Еще раз спасибо от ребят, от всех. Вот. Засняться сейчас никто не может. Почему? Потому что мы сейчас стоим в штурмовиках, и нам надо будет, чтобы мы еще были скрытны. Особо пацаны опасаются, чтобы светиться. Все нормально, все работает, все хорошо. Просто завалили, так надо, чтобы никто не заметил. Всех-всех благодарим, всю твою команду. Ребята моются, все хорошо.